Ты, блин. Поймал. Все, я за тобой следую. Крым. Встал за тобой влево. А здесь это, кстати, пилотаж или мы на яках, на лавках. Да, да, я понял. Не, в Малаках вы тоже летали, я помню, у тебя был этот, какой-то видос лавочка. Ты на яках тоже. Кстати, сейчас какой-то. Так перегрелся, я скинул маленько, а скинул. Открыл радиатор ты? Да, да, конечно. Один так перегрелся. Пикернул. Все вроде, прибавляем. Что-то облака пришли, вроде не было. Так, ну что, 320 положимся? Ну да. А, ага, справа. Справа, сзади, да. Так, ну что, мне надо пескарочку случить? Мы идем в сторону пескарочки. На Скарповке, по-моему, да, идем, да, в пескарочку. Там, кстати, выучен. Да, да. И сейчас набираемся в сторону пескарочки. На этом взлетайте, да? Что? Залетайте туда. На пескарочке? Да. Высотку выпят, только непонятно куда. А, вон, вижу, на самый верх вообще. Высота большая. Токи, да? Угу. Смотри, могу сейчас это, пикирнуть, блядь. Ну, в смысле, бомберы какие. Не видишь комплект? Не, я вижу только разрывы, контакт не вижу. Ну, в районе 4-3. И он у нас 2000. Я разрывов не вижу, да. Они отлетели немножко. Ну да, показывает чистый филд. Вы внимательно, уж к нам пошли, ты. Значит, этот... Бондер, ой, это не бондер, но стоит. Блять, ошибка, ёпта. Так, ну мы над аэродромом. Ну да. Чуть притячено, ну. И в твою сторону как бы выбираем. Хорошо, давай я сейчас к тебе, ну, потом разберемся.
Никого не вижу, никаких контактов. Можем к нашим танкам слетать. Там, это у нас, скорее всего, на припрыжке была вверх. К танкам? Угу. К нашим. Привет. Ну, отсюда на 270. Ну да, далеко. Так, через правый кружочек сделаю. Все. Давай, 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 я за тобой стою. Если ничего не понять, понять. Как же я так смотрю с этой штукой, меня аж прямо вырвало. Бывает, штуки вообще, кстати, опасные такие, противники, не как старички. Надо как над калачом сейчас. Кто там? Ну что, вчера проверили, выкидывают через некоторое время? Я не проверял. Рус вроде хотел посидеть, но я так и не понял. Да. Выкинул. Я сегодня ходил, курил, кофе делал, мне не выкидывало. Так, ты тоже, ну, вправо, да, в данном? Да, за тобой. Так. Так, ну что, может, в сторону кулача сгоняем? Да, поддерживаю. Так, это у нас 225, да? 225. Там на 225. Так, ну я думаю, больше 300, даже не знаю. Ну, 3,5 хотя бы можем. Да. Если что, пикирнем. Так, 225 перед городом. Вообще. Я пока не вижу, не речку, но вижу, что-то покажет. Блин, на песковатке. Там-то. Вернемся. В принципе, недалеко. Давай туда. Ближе, чем ты плачешь. Так, а выше это ты, выше меня, да, вот, справа, ага, да, ты, блин, ты привык уже к черту сколько, шагаюсь. Хенка. Где? Над северным фильмом. Да, идем сюда. А высоту не знаешь? 3. Наблюдаю, разрывы, лайер, на 11, на час у меня. Час? Закрываемся, набираемся, сейчас будет пикировать. А, да. Эйфон. Привет. Здорово. Кто? Я не буду пикировать еще. А чё, нет? Нет. Так, ну буду пробивать, она в лоб ко мне едет. Давай, конечно. Прям в кабинку, блин. Чпок. Стараюсь. Не обещаю. А, это ты там в лоб ей идёшь? Ну ты что, да. Ну как далековато, уже долблю. Пробил, дымит. Добивай. Ты там подо мной прошел, вижу тебя, у тебя чисто. Привет. Нет, это я не... Я не больше догоняю, бля. Ну так пикирни.
Все равно потом надо с чистой шести, не постреляешь. Так, ты где? Я тебя не вижу. Иду за Кенкой. Ну я вот тоже иду за Кенкой, тебя не вижу. Вот она по мне. Если можешь, атакуй, Жень. Да-да, я пытаюсь догонять. Ну, форсажа фига, что не могу догнать. Ну, форсаж на 3000 бесполезен. Прикрой створки. Блять, а меня солнце светит очень. Вот я прикрою. Я могу, конечно, издалека, но я не попаду, да. Точно не будет. Она по мне попадает, тварь. Ну, и я по ней попадаю. О, она уже попала. Слышь, ты дымишь. Да, она попала, я по ней попал. Может, даже убил. Все, готов, 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 выпрыгнул. Так, а ты куда пошел? Я вправо ухожу от нее и на посадку. Да, хорошо. Так, у меня по курсу контакт вроде свой. Не стреляет там свой штурм. Да, это свой, да, лавочка. Блин, слева 3 контакта идут. В нашу сторону. Наблюдаю, с оножками. Большие. Садись. Да, попробую одного проатаковать. На проходах только смотри, они со стрелками. Стрелки, видишь, меня даже запачили. Ты смотри, куда они? К тебе еще подходит. Сверху, сверху ты. Да. И ниже тот наш подходит. Давай, хуяч. Хенкель. Я понял, да, вижу, что хенкель. Да-да-да, 2 с оно, 1 без оно. Лёха, только на проходах. Больше и больше упреждений. Беру правого ведущего. Ты решил всё пробить? Не знаю. Я бы шёл давно. А они еще все равно там будут хуячить. Да. Левого уберу. Промазал. Хожу. Так, на 6 не ты сел? Я пошел. Блять, аккуратнее, Лёва. У меня просто громильная мало. Бью твою. Тоже так выйдем. Жень, ты смотри, уходил бы. Тебя уже чё можно делать? Не, пока топло только течет. Топла много. Чё, одна осталась, да? Да, по-моему. Не, как? У тебя черный дым течет. Черный, черный. Черный идет. Ну я над аэродромом, что, я не сяду, что ли? Ну хуй. Да не черный он, блядь. Нет. Все, подожгли ее. И черный, и серый. Все, я понял, тогда сажусь в экстренном порядке. Так, она еще стреляет куда-то, ну, в смысле, наземка. Подошел. Не вижу, ну да, а. Еще под Вилчем показывает. Ты таксичист. Таксичист. А, лапка. Так, я с дымный захожу на посадку. Давай. На ножки включил. Куча наших, короче. Садимся. Нихуя, вот их заметил-то, блять. Троечку. Опять мои ТВ. Ты хоть сбил кого-нибудь еще? Сколько ведет? Нет, ну у меня вот одну, вот этого, первого. Ну первого туда, я помню. Они хоть добили. Чёрт, нет.
Отсюда можно не уходить, прям сидеть и ждать, пока не придутся. Я тебе говорю, что это... У них сюда... Они хотят отсюда закрыть. Ты катишься? Он крутился только что. Да, это я сейчас посреди полоси мне развернул из двигателя. Сел все-таки двигатель, да? Не-не, я что-то думаю, у меня все-таки желтый дым шел, нормально. Прыгни в полосы, захожу. Да, 4 секунды, 3. Ну, с виду был черный. Все, я...